Собственное жилье в регионе скоро появится у трех сотрудников ОВД, вышедших на заслуженный отдых. Подполковника юстиции в отставке Аюмы Андар, прослуживший в органах предварительного следствия 17 лет. Майоров милиции в отставке Валерия Ахпашева и Тиграна Андара, отдавших службе в региональном министерстве внутренних дел 18 лет и 20 лет соответственно. Обладателей документов, а также членов их семей, присутствие руководителей подразделений ведомства, а также Совета ветеранов МВД по Туве поздравил заместитель министра Алексей Хаустов. Сегодня у нас получают жилищные сертификаты три ветерана органов внутренних дел, что поможет им решить свои жилищные вопросы и улучшить условия проживания. Также он подчеркнул, что государство выполняет взятые на себя обязательства по социальной поддержке ветеранов ОВД, и работа в этом направлении будет продолжена. Получив сертификат, ветераны поблагодарили руководство ведомства за долгожданный подарок. Они ждали этого события много лет и особенно рады тому, что у них теперь появится собственное жилье. Конечно, радость, в первую очередь, для семьи. Это долго ждалось, это 93-е годы, свыше 20 лет получается. И я сегодня очень рад. Спасибо за это государству, министерству, в котором я работал. Не зря работал, получается. Очень огромное спасибо. Напомним, что такой вид социальной поддержки, как вручение жилищных сертификатов, предусмотрено федеральной программой «Жилище», которая действует на территории России до 2020 года. С момента существования программы в региональном МВД государственные жилищные сертификаты получили 102 семьи пенсионеров ведомства. Сегодня ветеранам МВД были вручены сертификаты на общую сумму более 5 миллионов рублей.